Вашему дому. Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют Степанов день. По церковному календарю православной церкви сегодня свят память. Празднуется перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана архидиакона. Чествуется обретение мощей праведных Никодима Гамалиила и сына его Авива. Совершает память блаженного Василия Христа Ради, юродивого московского чудотворца, преподобного Василия Спаса Купенского Каменского, священномученика Стефана I Папы Римского и иже с ним мученика Афанасия Жуланова, преподобного мученика Платона Калегова, иеромонаха и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также празднуется икона Божьей Матери Ачаевская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшим в мир иной.